И вот это то достижение, которое в прошлой серии что-то его заглючило, я не смог собрать. 29 из 31. Ага, 100 баксов. Да, ну, блин, без телефона активно сражаться не получается. Реально баксы некуда тратить. Так, ну вот у нас еще осталось. Что нужно? Соберите животных в коллекции. 94 штуки мне еще собрать осталось. До 100, странно, их же 112, по-моему. И выиграть битвы 500. Ну, как видите. А, ну, вот 367. Ну, короче, очень мало битвы я провел. И... Что у нас, ребятки? Смотрите. Магнипиритор. Магнипиритор. Вот так вот. Вот такое вот существо. Это у нас. Для этого нам нужно что сделать? Взять Димитродона редкого, качнуть на 20 левел. Блин, ну на 20 левел качнуть это жесть, конечно. Просто, ну, денег не хватит. Я уже дошел до того уровня, что я уже буду пропускать, наверное, эпических там и редких там динозавров. Больше нужно ловить обычных, типа там рапторов нужно, там 7000 генов раптора нужно поймать, чтобы качнуть на следующий уровень. Там аморгозавр, ну это редкий, ладно. Стегозавр, короче, ну, в общем-то, динозавров попроще, мне нужно просто там чуть ли не десятки тысяч генов отлавливать, это жесть, короче. Жесть, жесть, ребята. Так, и второй член, участвующий в этом создании, это перитатор. А вот перитатора как раз мы можем создать, и сейчас мы, ребятки, создадим. У нас G07. Ну, вот так вот. Легендарный, то есть ни одного уникального существа у меня, конечно же, нет, и в ближайшее время не появится, потому что для уникальных нужен 20 левел легендарных. Это жесть. Это жесть, ну, не только легендарных. Но, в общем-то, мы на шаг ближе будем к магнипиритору. Вот так вот. Давайте нажмем... А, сначала давайте прочитаем. В хитром и злостном перитаторе, сочетающем ум пирораптора и агрессия спинозавра. Подождите, здесь написано перитатор. Перитатор. Не понял, подожди. А, это магни... Магнипиритор, а это перитатор. Ё-моё, блин, язык сломаешь. Да, все нормально. Ирритатор, перитор. Создать. А, какой красавчик. Красавчик. Напоминает кого? Напоминает... Юлия напоминает из Jurassic World The Game. Кто знает, о ком я говорю? А, тот поставил уже лайк. Это знают, конечно же, мои постоянные подписчики, которые смотрят прохождение Jurassic World The Game. И Юлием я называю там спинозавра. Спинозавра. Спинораптора. Спинораптора. Не спинотораптора, а именно спинораптора, который у нас там. Да, у него такая вот морда, мне что-то напоминает там, ну там больше, лошадь Юлия из богатырей, из мультика. Вот такой. Вот такой вот у нас перитатор. Качать мы его сейчас больше не будем, хотя клетки есть. Давайте посмотрим на его удары. Скорость 128. Это у нас Трагодистис, по-моему, имеет 128 или 124, короче. Ну, в общем, скорость у него для рапторов слабенькая. Это у нас Таникалагриус, по-моему, имеет даже 128. Ладно, брони нет, крита нет. Чем он вообще по показателям ничем не выделяется, жизни немного, удар хороший, ну как у всех рапторов. Давайте смотреть. В обход брони, снижение урона, как у всех рапторов, двойной с обходом брони, да, это то, что выделяет его среди обычных рапторов. И вот это вот крит. 50% к урону и 30% к шансу критического на 3 следующих хода. Ну то есть, но урон он не наносит, получается. То есть у нас нету силы удара, не написано здесь. Либо просто не написали, либо его реально нет. Как у ирритатора, да, ирритаторов же, вот этих бариониксов, у них вот эти же удары есть, которые демага не наносят на первый уход. Ну, такое не очень прикольная штука. Конечно, показатели хорошие, 50%, 50% к урону плюс 30% к криту, не так уж много. Будет шанс всего лишь 35%. Один из трех, ну что-то вообще как-то вот это не улыбает. Только против слабого противника можно использовать. Иначе тебя просто запрессуют. Так, но в хитром и злостном перитатере сочетается ум
пирораптора и агрессия спинозавра. Ну ладно, да, рапторы у нас умненькие. А с каких это пор спинозавр у нас стал агрессором, непонятно. Наверное, ему какая-то отравленная рыба попала. Типа фугу. Так, это хорошо, ребятки. Это мы создали. И что мы будем делать? Так, ну мы тогда отправимся в башню. И вот это отличный способ обкатывать наших новых, новых диносов. Так, сначала нужно его поставить же в команду. Изменить. Так, кого мы изменим? Так, вот он у нас где появился. 16 левел. Аласинозаврик пусть там будет. Ну давайте Стигадея пока что заменим. А, еще, ребятки. Минуточку. Есть инкубатор. 8-часовой. Косарик. Дротики. 477 анкела обычного. Редкой дельты насыпали. И эпик кто? Рекс. Ну, мне вообще-то сейчас пахик нужен. Во, блин, ну пахика маловато у меня. Охота. Так. О, стоять, а что, вот эта штука появилась? Я же ее вчера прошел. Появилась сегодня, видимо, да? Ну ладно, может мы обкатаем там кого-нибудь другого. Помчались. Ваши соперники – команда здоровяком с хорошей защитой. Вам помогут существа с большим количеством очков здоровья, которые могут быстро наносить урон, разрушать защиту. Кстати, это подходит к нашему перитатору. Он, конечно, не имеет много очков здоровья, но он хорошо дамажит, снижает урон и имеет пробивать защиту. Пробивать броню. Используйте способности, снижающие защиту соперников, а также... так... А если уже ничто не помогает, то просто оглушите их, пока они не нанесли критический удар. Ну, такое вот, короче, нам тут попредлагали. Вот так. Ну, мы будем, конечно же, каждую серию я буду как раз обкатывать именно перитатора. Это классные вот эти башни. Здесь, как я и говорил, в прошлой серии мы можем всегда выбирать именно... тем, кем мы будем сражаться. Ну, давайте. Пока у нас противники слабые. Так, следующий удар у него будет замедляющий, но он не доживет. 3700 с критом, это круто. Как индоминус бьет, ну, без крита. Так, что у него... Да ничего у него, давайте будем щитом бить. Пока он не поставил себе обычный щит. Да мы его пробьем там. 1200, надо как раз позапоминать эти цифры приблизительно, сколько мы там наносим. Но это было сквозь броню. 30%. Так, а вот здесь 40% брони, это я помню. Скалозавр. На 1658, да, было бы брони 30%, я бы его пробил. Ну, троих броников пробить ему сложно. Ну, он, конечно, сделал это, но в следующий бой он уже не справится один. Может, ему крысёныша в помощь взять. Хотя у нас есть аласинозавр, он же у нас как раз демагер. Помчались дальше. Может, для разнообразия Таргадиси сам подеремся еще. Посмотрим, посмотрим. А Маргозавр уже редкий. И он будет бить, скорее всего, с замедлением. Ну, давайте снижать будем урон по возможности, чтобы дольше прожить. Хотя я бы его, наверное, и так пробил. Так, это было больно. Надо было его пробивать, наверное, сходу.
Это снижать урон надо броником каким-то, вот не брахиком, а броником. А на сколько ходов дается? На 3 следующих хода. Оу! Нежданчик. Давайте все-таки дадим ему шанс. Крит, да, пробил бы его. Малая контратака. Сильный удар. 124, да. Не 128, 124. Крит. Это хорошо. Так, ну блин, я вот смотрю просто... у меня, в принципе, не появится уже возможности, да, вызвать нашего красавчика, потому что его сразу же завалит. Ох, есть бронебойный удар-то какой. Это мы замедленные были, ну сейчас мы это снимем. Блин, ну если я сейчас подменюсь, же он меня завалит. А почему? Ну ладно. Не фартануло как-то перитатору. Особо. Но без потерь. Готово. Ну, идем дальше. Броники, броники, броники. Вот, против этого броника стоит, наверное, снизить ему урон. Порепетируем, так сказать. Что у нас в итоге получится. Опять же, открываться им смысла нет, потому что он медленный, он не бронированный, у него мало жизни. То есть это динозавр, который идет вторым. У него нет никаких опережающих атак. Ну, уязвимость мы с себя сейчас снимем. Обычным ударом этого будет достаточно, чтобы его пробить. Так, Апатич. Апатич, Апатич, Апатич. Минус 50 к цели. Ну, ладно, давайте его сразу продамажим, как положено. Так. Ну ничего, сейчас мы снизим урон и переживем еще одну атаку. Ладно, добили. Ну, держимся, пока что держимся. И опять же, мы атакуем первыми. Скалозаврик. 430. Давайте вот так вот сделаем. А вот теперь мы просто не выдержим. А, все, спала с нас эта хрень и добивай. Отлично, но это 2400 было без крита. Ну, справились. Справились. То есть даже лучше получилось, чем первые разы. Троих пробили, более крепких. Против броника он хорош. Да, вот этот удар у него
насыпают, насыпают нам башни. Короче, ребята, это подарок, великий подарок от разработчиков, как Jurassic World The Game, это гавань нынешняя, там, блин, реально каждый день по 200 баксов я за монеты покупаю. Ну, еще плюс там плюшки бывают, можно и 1000 баксов купить, там, и несколько тысяч генов купить, да. Так вот, здесь вот эти башни, чертовски, вот и легендарные башни, там сколько тысяч генов насыпает. И вот эти башенки насыпают тоже гены. Ну, ну обычные, редкие, много насыпают, конечно. Идем дальше. Так. Ну, вот так вот. Давай шустриками будем ходить, что ли. Ну, уже сейчас уровень противников растет, и мы не сможем проходить только нашим раптором. Давайте сейчас откроемся аласинозавром. То в прошлой части я его не особо обкатал. У него тоже как раз удары те, что надо против броников. Крит. Сразу летит крит. Шанс 20%. Посмотрим, сколько он сможет. Блин, сквозь щит не пробил. Это было печально. С этим разобрались. Скорость 106. Скорость вообще понтовая. Эти ребята и то, наверное, побыстрее. Да, 115. Но пробьет, да? Надеюсь, пробьет. 800, полторушечку, 1600. Сквозь броню. Не, не пробьет, выживет. 300, да? 220 осталось. А если щит поставят? Ну, конечно. Можем и не пробить, да? Нет, фу, пробили. А щит у него был 50%. Смотрите, аласинозавр справляется, да? Так же, как и наш перритатор. Троих. Изи-бизи. Молодец, похвально. Ну, сейчас они будут, короче, в паре работать. Появился нодозавр. Давайте будем ловить. Мышка не поражалась. Да, есть такой косячок. Неудобство мышки. О, зато вот эти появились. Стой на месте, короче, и зарабатывай монетки. Если бы они давались, конечно. Ладно, идем дальше. Так, ну что, давай, наш друг. Сейчас, я думаю, ты уже не выдержишь. Анкилос смеется, как выглядит. У него удар слабый, давайте его. Так вот сделаем. У нас это не пугает. 2488. Хорошая цифра. Сквозь броню там. Так, теперь снижаем урон. Брахики бьются побольнее. Блин. 3732. Так, скалозавр у нас тут. Ну, скалозавры бьются не больно. Так. И прощай, мой друг. У нас до сих пор усиление есть. Ну давай, 3 300.
Нет, 2488. Вот это он раздал. Вот это, кстати, была такая комбо самая лучшая. Очень классно получилось. Все-таки да. Все-таки это не так, как у Ирритатора. Здесь оно повеселее, этот удар. Скорость просто хорошая еще. Эй. И снова нам дают эту штуку. Не знаю, зачем я ее собираю, привычка, ребята. Дают, бери. Так, еще два боя. Так, кто первый идет? Аморгозавр. Ну, конечно, аморгозавр будет нас, сволочь, замедлять сразу же. Потому его нужно все-таки обезоружить, так сказать. А вот и нет. Он этого не сделал, значит, умер. Пожалел удар. Да, не посмотрел. А вот и замедление прилетело. Вот это самый неудачный наш бой. Против аморгозавра, да. Не проканало. А это еще чудище быстрее нас, оказывается, да? То есть, ну тут ничего я не могу сделать. Он меня по-любасу пробивает. Давайте выпустим. Аласинозавра в миниатюре. Ютазинораптор. Мы вообще тут переживем. Да. Надо было все-таки снижать ему урон. Этот бой как-то у нас пошел криво. Но все равно, после, если мы он пробьет ютазинораптора, то последний удар ему нанесет Ирритатор. Шанс с критом 10%. Ну ладно, что поделаешь. Блин, эти он. Он медленнее. Блин, я не хотел его вызывать. А, подождите, он быстрее. А, видите, в чем прикол был? Он был замедлен, когда мы заменялись, и он там считался вот этой нашей скоростью слабой. Блин, я его не пробиваю. Он пробьет. Но прикольно, видите, вот этот прикол со скоростью. Нам показывалось, что мы медленнее, хотя реально мы были быстрее. Ну, такое. Будем знать. Это аласинозавр там, ладно, медленный. А мы-то... Ирритатор-то быстрый. Было очень удивительно видеть. То, что мы медленнее этих анкилозавроидов. Блин, снова горят эти точки. Это есть такая фигня после прохождения. Вот это на башенке загорается. Они, конечно, обновляются каждые там 15 минут, но, по-моему, мы не так долго сражаемся, чтобы не столько раз успели обновиться. Ну, начнем. Он хорош, конечно, против броников, против зауроподов он не очень хорошо заходит. 3500, но тут надо усиляться, иначе мы будем долго пробивать его. Ну вот, это глупо, конечно, с его стороны не использовать удар, снижающий скорость. Блин, крита не было, ребята.
Так, ну еще один удар мы нанесем. Так, с нас спала эта фигня. Скалозавр. Скалозавр что будет делать? Ничего такого делать не будет, но он бьет... Два удара я от него не выдержу, вот в чем беда. У него еще есть удар на полтора. Давайте снизим ему урон, а потом пробьем щит. Ну, хотя он и так слабый. То есть, по идее... 500... Он может быть 700, но я ему снизил урон. Давайте проверим просто, смогу ли я пережить его еще один удар. Да, легко. Он еще и ударил вот этим слабым ударом. То есть я смогу еще с дэмагом, с бонусом максимально сильно сейчас проатаковать Анкилоса. Ну давай. За один удар, пожалуйста. Да-да. Вот так. Хорошо. Разыграли. Так что, ребятки, как вам понравилась такая моя идея? То есть именно по башням заряжать какого-то нашего динозавра, которого мы хотим исследовать. Это может быть новый, может быть какой-то любой другой динозавр, который у нас уже имеет довольно высокий уровень, да, но которым как бы, ну, на обычной арене сложно сделать так подборку боев, да, чтобы там попадал именно один вот нам нужный динозавр, и тем более изучить его с разных сторон, с сильным противником это не получается. А вот с такими вот не сильными противниками, даже их по три штуки, это вообще прекрасно. Мы практически всегда проходили одним нашим героем, сегодняшним перитатором, так что, по-моему, мы со всех сторон смогли его изучить. Так что, кому понравился такой формат видео, ставим пальчик вверх и до скорых встреч, ребятки! ...1600, 1200 гена, вот это то, о чем я говорил. Много насыпает, и это была всего лишь редкая башня. А когда там эпическая попадается, то там вообще шикарно.